Друзья, вы на канале Настюша Развесели. И сегодня я буду отвечать на вопросы. Вот, также меня можете найти в контактах, в Одноклассниках, писать в комментариях мне вопросы, я на них отвечу. У меня спросила девочка Катя про силу притяжения. Я вам даже опыт покажу. Магнит притягивает железо, как вы знаете. И если, например, молния и вода, например, если молния попадет в воду, я могу показать, что случится. Так вот. Потому что молния воду как бы притягивает. И сейчас я вам покажу, как магнит и обратное его действие. Нам понадобится 3 зубочистки. 3 вот такие зубочистки. Зубочистки мы раскладываем по краям тарелки. Вот так. Можно не совсем по краям тарелки, но главное, чтобы они на середине не плавали. Сахар нам понадобится. Сахар в своем середине. Это у магнита сила притяжения, потому что наши зубочистки стали притягиваться. Обратная сила действия магнита – это у нас ферри. А ос мы капаем на середину, и она все наши зубочистки как отталкивает от сахара, притягивал зубочистки, а ферри их из середины растолкала по краям. Что ж, ставь лайк, подписывайся на канал. И если тебя что-то интересует, пиши в комментариях, в Одноклассниках. Я видео записывала Настя Попова. И я отвечу на все ваши вопросы.